вечер, друзья. Сегодня к нам пришло письмо. Открыли мы его, а там стихи. Прочитали мы стихи с Ирочкой и Машенькой, и они нам понравились? Да. Понравились. И мы решили прочитать их вам. Катилась горошина и провалилась. Какое-то время в каком-то углу, в какую-то щелку, в каком-то полу хватились ребята. Горошинки нет, просили у мышки. А мышка в ответ. Горошинка Маша, наверное, катилась под горку куда-нибудь и провалилась. Какое-то время в каком-то углу, в какую-то щелку, в каком-то полу спросили у Хрюши. Ты, Хрюша, живешь в телевизоре, видишь всех лучше. Скажи, где горошинка наша сейчас? Она убежала куда-то от нас. Хрюшенка? Это какая такая? Как твой пятачок, только меньше. Не знаю. Мне видеть Хрюшенки не приключилось. Раз круглая, значит, куда-то скатилась. Какое-то время в каком-то углу, в какую-то щелку, в каком-то полу? Точно! Сходили бы к Филеву с этим вопросом. Ему только стоит принюхаться носом, и он это место вам сразу покажет, куда подевалась Хрюшенка ваша. Ой, Хрюша, спасибо тебе за подсказку. И как объявили вечернюю сказку и вышли к экрану Степашка и Филя, ребята немедля у Фили спросили. Скажи, где горошинка наша сейчас? Она убежала куда-то от нас. Тебе только стоит принюхаться носом, и сразу не станет такого вопроса. Горошинке след я не чую. Уж как не стараюсь, уж как не хочу я помочь вам, ребята. В ребячей беде никак не пойму, след горошинки где? Степашка, ты бегаешь много по свету. Скажи, не видал ли горошинку эту? Ее Цап-Царапыч, наверное, схватил. Он любит, что встретит, хватает на пути. Увидит глазастый, какую игрушку. Скорее, Цап-Царап. И в кошачью избушку. Едва лишь Степашка сказал про кота, ворона Каркуша взлетела с куста. Горошину эту я видела вроде. Она там на грядке растет в огороде. Пустились ребята скорее в огород. И верно, на грядке горошек растет. Зеленый, кудрявый и спелый как раз. И сами наелись и взяли в запас для Нади и Оли, для Лены и Вали, для Поли и Тани горошка нарвали. Для всех ребятишек, для целого света. И все-то с одной той горошинки это, которая где-то когда-то катилась, крутилась, вертелась и вдруг провалилась. В какое-то время, в каком-то углу, в какую-то щелку, в каком-то полу. Читали мы стихи, которые прислал нам Виктор Васильевич Хомяченко. Ну а сейчас мы будем смотреть мультфильм? Да. Да. Устали, набегались и уснули.
и вам пора ложиться спать. Спокойной ночи, друзья.